Итак, друзья, голос, который вы сейчас слышите, принадлежит, собственно, тому, кто создал эту базу. Да-да, ребят, всем огромный привет. И пока вы еще не успели закрыть данный видеоролик, я бы хотел вам предложить несколько дополнительных опций, которые можно проворачивать с этой базой. И первая из них, собственно, расположение мортиры и крепости клана. Как видите, мортира расположена довольно-таки глубоко в базе, и пока противник не вынесет какие-то внешние строения, мортира, в принципе, атаковать никого не будет. Поэтому есть такой вариант расположения данной базы, когда вы запихиваете крепость клана ближе к центру, мортиру выносите вот сюда. Тогда, если противник атакует с вот этой стороны, то мортира начнет раньше наносить урон и, соответственно, нанесет его больше, чем если бы она находилась в середине базы. И при такой расстановке крепость клана находится в центре. То есть, если вы состоите в каком-нибудь сильном клане, и у вас постоянно в крепости клана сидит какой-нибудь сильный юнит, то тогда эти юниты смогут более качественно перемещать всю базу. Как видите, когда крепость клана расположена в центре, область ее действия практически действует на всю базу. То есть вот эти вот парочку строений смогут снести противники у нас лучницами, и то тут у нас вот эти два строения находятся под обороной башни лучниц. А в остальном же крепость клана полностью покрывает территорию базы. Но тут есть также небольшой недостаток в плане того, что если противник будет нападать с этой стороны, то он может просто задавить мясом вот эти вот две башни лучниц, тогда мортира уже позже начнет стрелять, то есть в этом плане тогда мортира будет использоваться менее выгодно. Также, ребят, я, если честно, не рекомендую вам ставить вот это золото-хранилище и эликсир-хранилище, когда вы находитесь на ТХ-3 и на ТХ-4, то есть, если честно, я вкачал ТХ-5 без вот этих вот дополнительных хранилищ, и, если честно, об этом не жалею, потому что когда я их выставил в конце концов, то мне их было просто некуда засунуть. Как видите, вот эти вот два хранилища находятся за забором. То есть, если вот эти два надежно защищены со всех сторон, вот тут видите, и пушки их прикрывают, и башни лучниц, и мортира, и ПВОха находится в центре. То есть, если нападать на вас будут шариками, то, собственно, ничего они не добьются, потому что ПВОшка всех просто на шариков загасит. Но вот эти вот два внешних хранилища, в принципе, никак не защищены. Не вижу никакого смысла пытаться запихнуть хранилище за забором, потому что заборинок крайне мало, и наиболее эффективным будет использование заборинок для того, чтобы защитить таунхолл, то есть чтобы усложнить противнику взятие двушки с нашей базы, и также максимально защитить здание дефа. То есть, как видите, в этой базе я использовал концепцию такую, чтобы по максимуму защитить оборонительные сооружения. То есть для того, чтобы уничтожить оборонительные сооружения на этой базе, противнику мало того, что надо вынести вот эти вот все коллекторы и казармы, которые обладают, в принципе, большим запасом здоровья, так надо еще и разбить забор, что также является довольно-таки сложным зданием для тех юнитов, которыми будут обладать наши противники. Также в этой базе довольно-таки много секций, что тоже усложняет задачу нашему противнику. И на мой взгляд, ловушки тут использованы довольно-таки грамотно, так как все находятся внутри базы. То есть противник уже столкнется с этой неприятностью, когда он уже зайдет внутрь нашей базы, то есть будет довольно-таки сильно потрепан. А так, друзья, на этом, в принципе, все. Если вам понравилась данная расстановка, то поддержите, пожалуйста, видео лайком, подпишитесь на мой канал. А с вами же все это время был Жи. До скорых встреч, друзья. Не болейте. Всем огромной удачи. Тащите на этой базе. И пока-пока.